Всем привет! По вашим просьбам снимаю видео переделки фонарика с датчиком движения с батареек на блок питания от телефона. Блок питания, как минимум, от телефона LG, от какого-то. Ну, давайте посмотрим, как я все это сделал, для того, чтобы вы могли также это сделать. Так, открываем фонарь согласно надписи Open Close, то есть поворачиваем его против часовой стрелки. Открывается крышечка. Дальше у нас три винтика. Все очень просто переделывается, ничего паять не надо. Аккуратно отсоединяем вверх и видим здесь простую плату, ну как простую, маленькую. Вот датчик, это скорее всего линза, тут микросхемы, всякие схемы и так далее. Что мы тут видим? Тут вот написано, сейчас я приближу, тут написано минус, здесь написано плюс. То же самое имеется с этой стороны. Вот даже батарейки нарисованы. Плюс и минус. Соответственно, на эти клеммы красный на плюс, черный на минус. Но цветам я не доверяю, я обычно все прозваниваю. То есть включаем блок питания в розетку и меряем мультиметром, где здесь плюс, где минус. Включаем на измерение напряжения и смотрим, чтобы тестер показывал положительное число. И в соответствии с показателями мультиметра мы уже, я просто вот засунул в дырочки сюда, проводочки зачистил, их засунул. И здесь аккуратненько замотал за клеммы. И, то есть не клеммы, а вот что здесь, такие пупочки. Замотал проводочки и все. И все работает. Сейчас покажу, как это работает. Вот у меня имеется удлинитель. Собирать пока не буду. Втыкаем. Включаем. Вот он загорелся почему-то. Наверное, потому что здесь все-таки темно. Да, вот этот датчик получается. Вот этот датчик у нас освещенности. Вот этот тот. Так, сейчас выключу, посмотрим. Вот этот вот датчик освещенности, а это датчик движения. Хотя в комнате вот здесь вот светло, я не знаю, почему он включается. Но обычно, когда светло, он не реагирует ни на что. Видимо, здесь недостаточное освещение. Вот. Ну, все работает. Светильник светится. Так что переделайте, не бойтесь. Ничего у вас не сгорит от 5 вольт. Хотя здесь, по идее, максимум, если батарейки брать, по 1,5 вольта, 4,5 вольта. Как видим, он светится от 5 вольт. Очень даже хорошо. Спасибо за просмотр. Понравилось? Подпишись. И смотри другие мои видео. На канале очень много интересного. Можно что-то для себя подыскать. Ну все, пока.